Здравствуйте, я Хуснутдинова Регина Ирковна, мама Хуснутдинова Руслана Ильдаровича. У моего сына ДЦП спастический тетрапороз, но это для нас не приговор. Все эти 9 лет мы его лечим, были во многих реабилитационных центрах. Динамика есть, но не та. Очень хотим попробовать пройти лечение в медицинском центре Сахара, Челябинске. Там специалисты творят чудеса. Я точно знаю, что и нам помогут, но, к сожалению, лечение стоит немало денег. Я надеюсь, что мир не без добрых людей нам помогут обязательно приблизиться к его мечте, встать на ножки. Я знаю, ни в коем случае нельзя опускать руки.